Всем привет, друзья, с вами канал Криптоплечо, и сегодня я расскажу про такую игру, как Metal Gear. Наверняка вы уже слышали об этой игре, она очень сильно нашумела в Play to Earn пространстве. Игра действительно уже достигла больших результатов. Сама игра представляет собой пиксельный боевичок такой, в котором вы можете создавать роботов, комбинировать их при создании определенным образом, владеть ими и с помощью них вступать в бой с другими участниками игры. Различные детали, как это принято в GameFi, являются NFT, вы сможете их покупать, продавать, возможно, выигрывать в каких-то конкурсах, которые будут проходить. И сам игровой процесс делится на три типа игры. Первый тип игры — это кампания, то есть это классическое такое прохождение одиночное, в котором вы ежедневно будете получать определенные задания. Ежедневное задание будет состоять из 14 матчей, которые вам нужно будет пройти сверху вниз. И за каждую игру вы получите один поинт в случае выигрыша. В случае проигрыша вы ничего не получаете. Второй режим — это непосредственно бой PvP, то есть вы бьетесь с каким-то случайным игроком, который является по уровню таким же, как и ваш робот. И также получаете очки, если вы выиграли. И третий режим, это такой самый интересный, это турнир. То есть это турнамент. Турниры тут происходят еженедельно. Мы чуть позже поговорим про тот турнир, который сейчас происходит, какие на нем условия. Там очень щедрые пулы. В принципе, это сложный режим, то есть вам нужно продержаться неделю. Вы можете занять определенное место в рейтинговой таблице и уже исходя из него получить часть достаточно щедрого пула. Как я уже говорил, у игры, конечно же, есть свои NFT-шки, у них есть свой marketplace. Как говорят разработчики, их коллекция будет составлять только 10 тысяч NFT, то есть они ограничены, это уже круто. Они будут разделены на различные типы редкости, то есть это, как обычно, Common, Rare и Super Rare. Причем, если вы заметили, то обычных NFT-шек будет 9940, Rare будет всего лишь 50 и всего лишь 10 будет Super Rare NFT. То есть я даже не представляю, какая будет на них цена. Когда уже весь объем коллекции будет заминтен, то есть все NFT-шки будут добыты, и вы представляете, из 10 тысяч NFT редкая, самая редкая часть — это всего лишь 10 штук. Их цена будет реально очень-очень большая. Они уже торгуются на OpenSea. Здесь мы видим, что уже началась продажа. Есть различные NFT-шки. Вот, допустим, цена 0,2 эфира. Давайте посмотрим. Это, скорее всего, Common, самый обычный. Но даже он стоит $360. Где-то я видел пол эфира там есть. Вот есть пол эфира. То есть, если самые простые NFT-шки стоят сейчас таких денег, то представьте, сколько будут стоить редкие. Что интересно, это то, что на данный момент все мы знаем, что рынок находится в даунтренде, и начать покупать эти NFT, вообще в принципе минтить их, заходить в игру, покупать их токен сейчас очень-очень выгодно. Цена ведет себя, несмотря на то, что даунтренд, достаточно стабильно. На токен составляет она сейчас не более 2 центов. Опять же, возвращаясь к популярности игры, мы видим, что она очень популярна по сравнению даже с большинством игр, которые мы рассматривали, потому что даже на CoinMarketCap видно, что 3,5 миллиона человек добавили их в свой лист просматривания. То есть это уже о чем-то договорит. Объемы игроков, в принципе, небольшие у них, около 100 тысяч за день. Но это обусловлено количеством, опять же, игроков, каких-то процессов, которые происходят в игре. Но социальный какой-то ажиотаж у игры очень большой, и я думаю, он будет только нарастать. Что касается рынков, на которых они торгуются, мы видим, здесь есть Huobi Global, PancakeSwap и XT.com. Ну что ж, давайте попробуем зарегистрироваться, поиграть, посмотреть, как вообще начать играть в данную игру. Я сыграю в обычный PvP режим, посмотрим сам геймплей, и после этого еще под конец разберем, какой же турнир у них сейчас происходит и какие призы на нем будут.
Итак, я подключил свой MetaMask кошелек. Теперь я могу купить токены, могу начать играть. Для начала нам нужно зарегистрироваться, конечно же, чтобы мы потом могли зайти. Как я понимаю, регистрация тут происходит на вкладке Free Play. Мы выбираем Sync Up. Для того, чтобы начать играть, нам нужно купить робота на маркетплейсе, а для того, чтобы его купить, нам нужно для начала купить токены Gear. Сделать это можно на главной странице сайта, нажав на кнопку Trading Now. Я буду покупать на PancakeSwap. Так, я хочу купить около 600, это вот как раз $10, да, ну, на всякий случай я куплю 700 токенов. Это обойдется мне в $12. Делаем свап. Мне нужно купить детали, чтобы потом собрать свою первую машину, или, можно сказать, робота. Сам робот состоит из минимального количества деталей. Это шасси. То есть вы выбираете шасси. Здесь есть различные шасси, достаточно недорогие. Я выбрал себе тоже недорогое шасси. Также нужно будет купить колеса и купить себе пушку. Потом из этого всего можно будет собрать 2-3 машины и с помощью них вступать уже в бой. Мне попался более сильный противник, поэтому, как вы видели, он наносил больше урона, и в данный момент я проиграл. Давайте попробуем вторую машину. Вы ничего, в принципе, нажимать не можете, когда происходит бой. Вам остается только смотреть. Опять же, мы видим, противник опять попался более сильный, то есть это где-то у него 400 урон, у нас 280, и жизни у него тоже намного больше. Хотя, в принципе, жизни не намного больше, тут ключевым фактором является урон. Опять же, все это можно скорректировать на маркетплейсе, можно докупить какие-то лучшие оружие, можно докупить какие-то гаджеты, которые будут повышать определенные характеристики. Таким образом будет происходить сама игра, а я хочу рассказать также про турнир, который будет проходить. Данный турнир проходит каждую неделю, начинается он в понедельник, заканчивается в субботу. В этом турнире собирается группа из 50 участников. Сам весь, в принципе, турнир продлится 2 месяца. Набирать они будут, ну, как я говорил, каждую неделю. Вы будете получать в день 3 билета для того, чтобы играть в турнирном режиме. Также, смотря из того, в какой раунд вы попали, вы будете также получать разные очки. И тут есть еженедельные награды. Мы видим, что топ-1 получают 25 тысяч турнирных очков, второе, третье место 15 тысяч очков, ну и так далее. Сам призовой пул турнира составит 40 тысяч баздов. Они будут разделены на месяцы, то есть в общем турнир идет 2 месяца, но вот месячный призовой пул будет делиться таким образом, что первое место это будут 10 победителей,
они получат по $1000. Второе место — это также 10 победителей получат по $500. Третье, четвертое место — это 20 и 30 победителей, они получат по 100 и по $50. И пятое место — это 50 победителей, которые получат по $30. Вот таким образом вы можете принять участие в данном турнире. Это, в принципе, интересно, если вам эта игра понравилась. Итак, прошла неделя, сегодня понедельник, и я попробую принять участие в турнире. Но также хотел рассказать о том, что я немного переделал стратегию, усовершенствовал свою машинку, то есть я поигрался на бесплатном аккаунте, привязал в настройках, обязательно вам нужно будет это сделать, свой кошелек, на который вы отправляете токены проекта и вообще через него проводите все операции, привязать к аккаунту, который вы зарегистрировали в самой игре. Я уже привязал, у меня вот так это выглядит, у вас будет это выглядеть иначе, будет поле с имейлом, с отправлением кода и привязка этого имейла. После того, как вы это сделаете, все покупки с маркетплейса будут отображаться у вас в инвентаре. Я улучшил свою машину таким образом, что приобрел достаточно дешевое оружие. Но вместе с ним я приобрел определенные гаджеты, которые усиливают, и колеса, которые усиливают именно данный тип оружия, то есть Weapon Sky. Так что вы можете таким образом поступать, вы сэкономите намного больше, купить хорошие колеса, которые будут добавлять какие-то преимущества тому оружию, которое вы выбрали. И таким образом будет намного интереснее. Количество побед значительно увеличилось. И играть достаточно интересно стало. Итак, я буду пробовать сейчас регистрироваться. Все турниры вообще закончатся через 46 дней. Я вступаю сейчас, когда успел. Напоминаю, что регистрация каждый понедельник и только в понедельник с 8 часов утра до 11 вечера. В принципе, все, я зарегистрировался и теперь буду ожидать старта турнира, и как только он начнется, мы посмотрим, как все это происходит. Итак, друзья, теперь я могу принять участие в турнире. Я зарегистрировался, прошел регистрацию. Теперь вкладка «Торнамент» у меня выглядит вот таким вот образом. У меня есть сейчас 3 боя из 3. Вот рейтинговая таблица. В принципе, я немного усовершенствовал свою машину. Давайте попробуем принять участие в турнире. Итак, мы видим, в принципе, стандартный матч. Происходит какой-то ремайнинг. В левом нижнем углу видно есть скор, количество очков. У него очень много жизней, 8000, в принципе. Тут я проиграю, конечно. Первый бой у меня не получилось выиграть. Давайте посмотрим, что будет во втором бое. Тут у него поменьше жизней, но такая же атака, так как и у меня. В принципе, почти такая же. У меня 576, у него 544. Тут уже будет зависеть от того, как будет происходить сам бой. Так, смотрим. В принципе, у меня быстрее закончились жизни. Мало жизней, друзья. Нужно как-то добавлять или докупать что-то для жизней. Я попробую еще раз принять участие и посмотрим. Тут у него тоже практически столько же жизней, но то, что касается урона, конечно, несравнимо. 784, скорее всего, я проиграю тоже сейчас. Нужно совершенствовать свою машину, потому что так будет тяжело выиграть в турнире, конечно. Буду пробовать совершенствовать эту машину, возможно, куплю какие-то другие колеса. Опять же, как я и говорил, можно сделать комбинацию какую-то с вейпоном и колесом, которое, допустим, там дает, как вот это колесо, плюс 60 Sky оружию. Поэтому
буду пробовать усовершенствовать и расскажу о своих успехах в следующем ролике. Ну что ж, друзья, сегодня мы рассмотрели такую игру, как Metal Gear. Это действительно уже реализованная игра, в отличие от других Play-to-Earn игр, у которой тестовые или бета-версии игры. Здесь есть Marketplace, здесь есть уже рынок настоящий. У них достаточно хорошее положение на CoinMarketCap, в принципе, в криптовалютном сообществе. Также последнее, что хотелось сказать, что у них достаточно мощная команда и достаточно мощные советники. Один из них — это разработчик-отец Angry Birds. Также тут присутствуют венчурные капиталисты, то есть венчурные инвесторы и прочие значимые фигуры криптовалютного рынка. А на этом у меня все. С вами был канал Криптоплечо. Инвестируйте с умом, помните о рисках. До свидания.